привет, моя дорогая. Ну, как твое настроение? Хорошо. Угу. И чем будем заниматься? Ты сегодня подготовишь для меня что-нибудь новенькое? А почему это я все время для тебя должна готовить что-нибудь новенькое? А ты? Потому что ты настоящая, волшебная, прекрасная фея. Ой, ну при таких словах, конечно же, мне сразу хочется творить чудеса. Итак, начинаю. Нет, не надо, потому что сейчас я приглашу своих друзей сюда. А где твои друзья? Вот они! Ну что же, ребята, вы готовы отправиться в интересное путешествие? Да, всегда! Итак, раз. Два, три! Это же настоящее царство для детей! Конечно! Пойдемте скорее все посмотрим! Let's go! Детский городок Римамбель почти как настоящий, хоть и состоит из игрушечных домиков. А здесь, Злата, у нас будет настоящий мастер-класс, и мы сможем приготовить все, что угодно. И даже пиццу? И даже пиццу. Я не хочу делать пиццу, я хочу рисовать. Привет. Как тебя зовут? Мирон. Мирон, меня зовут Антон. Пойдем. Что мы будем рисовать с тобой? Ферби? Да. Пойдем. Ну что ж, моя хорошая, сейчас мы с вами будем готовить замечательную пиццу. Вы готовы? Да! У каждого такого маленького поваренка должен быть свой наряд. Все, все остальные одеты? Да! Да! Замечательно. Итак, первым делом мы с вами берем вот такой вот... Мука? Муку, совершенно верно. И посыпаем на нашу поверхность. Я знаю, а потом давай, держи. Рассказываем. Посыпаем. Только не очень много. А Злата, а какую ты пиццу любишь? Скажи мне, пожалуйста. Я люблю пиццу Маргариту Пепперони. Маргариту Пепперони. Очень интересно. Теперь мы с вами берем вот это вот тесто. Тесто и раскатываем. Ну что, у всех получилась замечательная пицца. Мы немножко еще продолжаем раскатывать наше тесто. И переходим к следующему этапу. А у меня кривая пицца. Да у тебя просто индивидуальная пицца. Ну что ж, мы с вами завершили нашу пиццу. А ну-ка, дружно дайте все 5 мне. Так. Злата, давай мне 5. Ну, конечно. Давай, молодцы. Ой, скорее, ребята, будем пробовать. Какая красота. А пахнет как вкусно. Что, вы сами все приготовили? Самостоятельно. Талантливые. Ну что, будем резать? Да, давай, конечно. Держи аккуратно. Давай. Какой мне можно кусочек съесть, скажи? Выбирайте любой. А я самый большой возьму, можно? Давайте. Потому что я уже вижу, что твоя птица очень вкусная. Ой, как пахнет. Ну что же, я пробую. Мне кажется, что ты можешь быть настоящим шеф-поваром. Спасибо. Будешь шеф-поваром? Да. А меня позовешь в свой ресторан? Да. Я буду все-все пробовать первое. Я очень люблю есть вкусную и красивую еду. Вы все сыты? Да! Теперь, наверное, самое время отправиться красиво наряжаться. Ой, да тут настоящий рай моды и красоты. Я, пожалуй, на минуточку отвлекусь, ладно? Нет, не отвлекайтесь.
А что, ты любишь наряжаться? Да, я обожаю наряжаться. Только почему-то наряжать меня любит очень сильно мама. Но сегодня ты будешь наряжаться сама. Ура! Ну что, вперед за нарядами? Да! Побежали, побежали! Эй! Нет, нам туда! Городской шик, он актуален и для юных модниц. Базовые модели одежды немного изменились. Белая хлопковая футболка теперь должна быть с ярким принтом. Классическую юбку плиссе выбираем из ультрамодных блестящих тканей. Благодаря вышивке в виде бабочек, цветов или райских птиц, джинсовая куртка превращается в уникальный предмет детского гардероба. Такого комплекта точно ни у кого не будет. Романтический стиль, который присутствует почти в каждой детской коллекции, невозможно представить без флористических мотивов. Для юных джентльменов новый сезон пройдет под девизом «Свобода и комфорт». Ничто не должно отвлекать настоящего мужчину от важных дел. Свитшот и шорты в стиле милитари дополняем удобными кроссовками и рюкзачком, куда должно поместиться все от роликов до конструктора Лего. Кроссовки на липучках избавят вас от утомительных сборов и позволят ребенку обуться самому. Почувствовать себя почти уже взрослым – это очень круто! Ой, ты сама выбрала такое платье? Да. Не сложно было? Нет, конечно, это легкотня. Так значит, ты что, будешь модным стилистом? Я подумаю. Ну подожди, ты будешь все-таки шеф-поваром или модным стилистом? Я еще пока что не решила. Ну у тебя все хорошо получается. Да. И платье красивое. Да. Ой, у всех... А ты розочка у меня. А ты львенок. Иди-ка скорее сюда показывай. Какой красивый у тебя... Будет лук. У тебя джинсы с цветочек. А ты у нас кто? А ты у нас... А ты у нас идешь ко мне сюда и показываешь мне свою футболку. Ну что же, ребята, вы все супер молодцы. Вы все здорово выбираете себе одежду. Но это еще не все. Сейчас мы отправимся в еще одно путешествие. Кому-то? Готовы? Куда? Скоро узнаете. Злата, ты знаешь, куда мы попали? Ну, конечно же. Это же летающая тарелка. Это снаружи похоже на летающую тарелку, а внутри это настоящее царство машин. Точно! Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Эвелина. В нашем царстве вас ждут 14 тематических залов, в которых дружно соседствуют автоботы, десептиконы, хищники и чужие, лаборатория Тони Старка, мифические животные и даже герои фильмов ужасов. С чего же мы начнем? А мы начнем с самого интересного и захватывающего нашего зала. Пойдемте. Пошли. Ребята, а сейчас я хочу вас пригласить в самый необычный зал нашего музея, где вы сможете увидеть шоу-представление с большими трансформерами. Ну что же, присаживайтесь, пожалуйста. И будем смотреть шоу. Мне нужно больше энергии для открытия портала. Бамблби! Вот он Бамблби! Я боюсь! Самый быстрый из автоботов! Лидер автобота. Раз, два, три, мы защитники Земли! Пока-пока, друзья! Пока. До свидания! Это было очень увлекательное шоу. Даже немножко мне было жутковато, но детям весело. Спасибо большое. А чем еще удивите?
Удивим, конечно, для детей у нас есть интересная экскурсия и увлекательные мастер-классы. Ну, в таком случае я могу отдохнуть и оставить детей на вас. Конечно. Спасибо. Ребятки, пойдем. Ну что же, я отдала детей в опытные руки профессионалов, а сама могу выпить чашечку чая. Это будет мой любимый музей, в котором я ходила. Это наши десептиконы. Они, наверное, сделали классическую операцию. Я сейчас в уголку упаду. Ты настоящий? Он звучит загадочно. Привет. Ты представляешь, я трансформер вот этот. Не хотите ли вы сделать световой джедайский меч? Конечно! Да. Тогда представлюсь, Настя сюда, Георгий сюда. Я делаю последнюю проверку. Так, работает. Все отлично. Нет. Ну что, готовы стать джедаями настоящими? Нет. Ну что, ребята, вам понравилось? Да! А тебе, Злата? Очень, ведь ты же настоящая фея! Да! Ведь в следующий раз нас ждут новые приключения. Обещаешь? Обещаю. Ура! Ура! Ну что ж, все молодцы. У нас было отличное приключение. Мы хорошо поработали, а теперь хорошо отдохнем.